привет! Это программа «В теме» и с вами я, Анастасия Жукова. 1 апреля коллективу ОРЦ представили нового генерального директора Олега Дючкова. Ранее он занимал пост финансового директора АО «Гастройдетали» и замгендиректора ООО «Сфера». О причинах смены руководства ОРЦ не сообщается, однако работой данной организации были недовольны как горожане, так и крупные управляющие компании. Начнем с того, что сразу после лицензирования управляющих компаний именно ОРЦ прислала телекам квитанции на МУПремжилхоз. Даже тогда, когда люди выбирали к себе в обслуживающие организации, отнюдь не муниципалов. Также неоднократно возникали вопросы, не является ли данная организация объектом для банального отмывания денег. Ни для кого не секрет и то, что бывший губернатор загнал все управляющие компании под ОРЦ, чтобы последние делали расчеты для туликов. Однако давайте не забывать историю, когда компания начисляла плату по нормативу, в то время как жители указывали показания счетчиков. Сейчас многие управляющие компании уходят из-под опеки ОРЦ, так как, по нашей информации, компания слишком дорого берет за свои услуги. Вот тульским коммунальщикам и выгоднее самим себе печатать квитанции. Проще говоря, Владимир Груздев ушел, и теперь управляющие компании легко и свободно покидают ОРЦ. Ну а как смена руководства повлияет на политику компании, мы с вами увидим уже в ближайшее время.